хочу снять поближе собачек, но... Мирка, Мира, иди сюда. Иди. Иди. Мирка сразу бежит и ко мне, и закрывает камеру. Кто это у нас такой? Это Жорка. Это кто? Наш Лимончик. А это кто? Улыбается. Это Марсик. Рядом с Шурой. Обнял ее. Шурка самая крупная у нас. Марсик средненький. Нет, ну, Марсик, да, средненький. Чуть покрупнее у нас идет Жорка. Ну, а вот она, Мирочка, самая маленькая. Наш Лимончик, Мандаринчик. А ножки какие, видите? Такие смешные лапоньки. Видите? Ну, вот эти самые смешные, такие розовые. И вот, у бульдога вообще смешные ножки, они такие под прямым углом. Как-то такие косолапенькие. Спят. Батарея теплая-теплая. Они любят тепло. Мирка там ходит, волнуется. Я решил просто покрупнее снять это. Таких малышек. Сон французских бульдогов. Иди, маманька. Ты распереживалась, что я тут один остался с детишками. Иди, пересчитывай. Все, снял я их крупным планом. Сейчас проснутся, начнут ползать на животе. Ходить еще не могут. Глазки уже начинают открываться. Ходить не могут, но лежать могут. Кто их учит, наверное, вот лежать? Природа. Вот самое трудное лежать. Вот есть люди, которых не заставишь лежать. Он все время в движении, что-то делает. Ему говорят, ну полежи, отдохни. А он куда-то бежит, к чему-то стремится. Что-то хочет захватить, кого-то завоевать. И расслабиться у него не получается. Такой сон. Балдеет. Что-то им там снится. А что им может сниться? Они еще даже колбасы не знают. Это все впереди предстоит им узнать, что такое колбаса, что такое сыр. А пока не знают только молоко и все. Это Мирка у нас уже знает, да, Миронька? Что такое колбаса, колбасные жопки, сыр. Знаешь, Миронька, да? Творог, печенье, пряники. Все она знает. А этим предстоит только узнать.
У них все впереди.